Брюссельские адвокаты сообщили, что судья принял решение освободить Марка Тарабеллу. Это один из фигурантов коррупционного скандала в Европарламенте, получившего название «Катаргейт». Ожидается, что бельгиец вскоре сможет покинуть тюрьму и вернуться домой, где над ним будет установлено электронное наблюдение. Этот бывший депутат-социалист, по словам его защитника, всегда заявлял о своей невиновности и непричастности к выявленным злоупотреблениям. На прошлой неделе также было принято решение об освобождении Пьера Антонио Панцери, который пошел на сделку со следствием. Этот бывший член Европарламента от итальянских социалистов считается вдохновителем преступной группировки, которая занималась подкупом депутатов ради принятия политических решений в интересах Катара и ряда других арабских государств. В заключение остается только бывший вице-спикер гречанка Ева Кайли.